дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены. И сегодня у нас для вас, как сказать, сюрприз или как там, не знаю, как. Обзор покупки. Обзор покупки, да. И об этом расскажет Артём, потому что это больше его покупка, чем моя. Всем привет! В общем, решили мы продать нашу машинку, вот, и купить другую. Продали Ниву, купили Газель. Вот теперь я могу перевозить все, что мне надо. Вот, Газель тентовая. 3 метра кузов. Дизельная. Газель Next. Купили новую. Вот, она прошла сколько? 1500 километров. Вот, ну и теперь буду заниматься перевозками. На себя работать будет? Ну да, на себя. Вот. А там дальше посмотрим. Ну и плюс у нас в хозяйстве всегда газель. Сад-огород, перевести, да. Завести. Да, вот. Ну, вот такая вот покупка. Ну, сейчас мы едем, как бы, а потом остановимся, когда мы уже покажем ее снаружи, как она выглядит, если кому-то интересно. Вот. И еще ты хотел сказать, что... То есть он принимает перевозки. Да, да, ну могу самое перевести там, ну, районы какие, там Волоколамский, Истринский, Рузовский, Одинцовский, Можайский, ну где-то вот в этом районе. Ну, в принципе, мне вообще без разницы, куда ехать. Да. Хоть на Камчатку. Вопрос как бы цены, и которая договорная. Вот. В зависимости от груза и от расстояния. Еще Артём сайт делает по перевозкам, да, себе ты? Ну, там не то, что сайт, ну, такая чисто визитка. Потом расскажешь. Да. Ну, в общем, вот так вот. Вот теперь такой я сменил род занятий. Вот, теперь сам по себе, на себя и вот с женой, с любимой постоянно. Пока сейчас в связи с ситуацией в мире, в стране, как бы работы нет особо. Вот, особо никуда не поедешь, там пропуска, то все. Конечно, увольняет многих. Сложности на дальняк ехать как-то, черт его знает. Москвичей сейчас особо шарахаются. Еще, не дай бог, с грузом заехать куда-нибудь на карантин на 2 недели совсем не улыбается. Вот. Ну, поэтому такая некоторая пауза. Вот. Ну, мы ее используем на себя. Вы уж простите за отрезку, это все-таки не легковая машина, да. Машина, это газель, поэтому поотряхивает. Вот. Ну, в общем. Ну, сейчас так покажу. Вот она такая. Внутри могу показать уже. Новенькая. Кресле сидит шофер, как раньше говорили, сейчас водитель. Ну, вот такая. А тут для Буси место. Вот бусинки на место. Все, вся семья в сборе. Да, Тём? Тут для Буси. Ну, вот так. Машинка. Потом на улице. Да, скажи, сколько стоит, а то спросим. По поводу цены, да. Газель белого цвета, соответственно, в один слой краски, там есть другие цвета, это 2 слоя чуть дороже. И самая минимальная комплектация из всех тут бонусов есть подогрев зеркал и это самое, стеклоподъемники. А, ну еще там система ГЛОНАСС, но она везде ставится. Все, ни музыки, ни кондиционер, ничего нет, это все. Пойдет у меня дело, появятся деньги свободные, я это все поставлю, не проблема. Вот, и вот в таком виде она стоит 1 310 000, но мы еще покупали до вот этой всей песни, до самоизоляции. До того, как началось, где-то в конце марта. Вот. Лям 310 такой вариант стоит. Кузов, тент, высота 1,80 м, 3 метра длина кузова, 2 ширина, дизельный двигатель, Каменс. Вот. Ну, в общем, вот такая машина. Мы покажем снаружи, да? Да. Вот так. Ну, и потом, ну, ты говорил, чтобы... номер телефона там оставить или как, чтобы к тебе обращались? Сейчас дачи будут возить туда-сюда все, вот он, пожалуйста, это может делать. Как-то придумаем, да? Ну, да, я, не, ну
у меня номер телефона есть, я могу оставить без проблем. Мы оставим внизу в описании здесь под видео ссылочку. Ой, что ссылочка? Телефон просто. Да, номер телефона. Номер телефона. Как бы вперед. Да. Вот такие дела. Вот такие у нас приобретения, дорогие друзья, были. Я вам как-то намекала, говорила. Поэтому и съемок-то в основном особых не было, некогда было. Ну, еще есть у нас приобретения. Многие другие для нашего домика. Так что вот, вложения куда пошли. Ну что ж, дорогие друзья, мы едем сейчас, вообще мы едем в Леруа, да? Я вам сниму, мы едем в Леруа покупать, делать покупки. Это видео такое будет очень полноценное, и с покупками, и обзор машины, газели, так правильно сказать, да? Человек должны быть. Отстояли мы очередь, мы выбираем крышу, будем крыть крышу. Вот такую. Вот такая или вот такая? А, нет, это другая. Нет, мне это не нравится. Даже по цвету. Вот самое лучшее. Или вот это? Да. Это красный, это коричневый. Давай коричневый. Да? Ну, давай коричневый. Давай такую. Цены одинаковые. Смотри, какая тебе больше нравится. Я темную хочу. Темную, давай. Место два. Очень красиво. Будем крыть крышу. Поэтому все покупаем для крыши. Крышу дома мы не крыли. Потому что у них обычное железо. Поэтому мы не стали. Мы решили в этом году покрыть красиво, что нам нужно. Вот. Такие дела. То есть вот так вот будем выбирать, что будем выбирать, будем вам показывать и говорить. Ну что ж, дорогие друзья, уже вечер. Мы где только не были. В Леруа Мерлен мы ничего особого там не купили, потому что не было того, что нужно нам. А вообще, честно сказать, поставщики уже не подвозят. И все, что осталось, того не хватает одной упаковки, того не хватает три упаковки, а некоторых вообще нет моих цветов двух, которые я хотела, ну, которые понравились. В общем, одним словом, сейчас мы находимся в Петровиче, такой, как его назвать, строительный центр, что ли. Тут такие здоровые здесь склады. Смотрите, мы грузимся сейчас. Вот, мы грузимся. Это у нас что куплено в Леруа Мерлен было. Вот. Вот такая у нас машинка. Давай, чего? Рассказывай. Ну вот. Что ты купил, не купил? Такая машинка. Угу. А это что там светится наверху вот это? Ну, крыша такая. Это так надо, да? Да, тент с такой крышей. Ну, темень будет внутри. А, чтоб ты светло разгружал. Да. В общем. Вот сейчас. Половину загрузили, сейчас остальную часть. Что половину? Это в Леруа, да? Ну, это в Леруа часть, вот я да. рассказываю. Ковер подкладочный, этот самый. Фанера, короче, USB. Да. И вот теперь приехали в Петровичи. Ну, давай я сейчас покажу вот так, что ли, тогда нашу машину. Вот. Уже здесь на месте, да, покажу? Ну, да. Чтобы нам не останавливаться. Вот. Такая машинка. Вот этот сверху вот этот вот что это обтекатель, это я уже докупал, он мне продается отдельно. Ну, он, чтобы в кузов машины не бил, чтобы парусность была поменьше, вот он вот такой mm-hmm. вот. Ну, реально вот прям чувствуется по вождению, прям проще стало ехать. Вот такая машинка. Так что заказывайте, звоните, принимаем заказы на перевозку. Это строительный центр, да, Петрович? Да, строительная база. База строительная. Вот, вот такие стеллажи. Ого. Тут это 11 или сколько складов? Да тут много. Много. Ангар. Смотрите,
Это ангары, да, целые, а не склады. Чего только нету. В общем, одним словом, все, да? Отсняли? Вот даже ради... Вот сравнение. Вот сравнение. А, это «Газель Бизнес», а у нас «Газель Next». «Газель Бизнес», вот показываю вам. Тоже свежий. Да, вот наш Next. 1.60 метра, по-моему. Да, вот такая красота. Холодно очень, ужасно. Целый день мы, вот видите, целый день. Но мы еще, конечно, питание покупали, еще покушать покупали. Поэтому целый день. Сейчас сколько? Мы уехали-то утром. Сейчас, наверное, часов... Сколько? Посмотри на моих. Без 15.6. Без 15.6, представляете? Ну ладно тогда уже. Что купили, обзор потом покажем, наверное, да? Что еще добавишь, Артем? Ну, сейчас загрузим, снимем финиш уже. А, ну ладно концовку тогда. Концовку и все. Сейчас, подожди, я скажу, кто ты. Итак, дорогие друзья, загрузились. Что это, Тём? Гибкая черепица на 40 квадратов. Карнизная, коньково-карнизная черепица. Ну и всякие отливы там и так далее. И подложку, и самое, подкладочный ковер, там мастика, шурупы. Ну это потом еще, да? Вот. Ну, в общем, вот этот набор, чтобы нам покрыть наш чудный домик. Ну потом еще конкретнее он вам покажет. Про крышу, конечно же, он вам снимет обязательно. Да? Ну да, можно, конечно. Ну что ж, наверное, мы уже закончим, да, Тём? Или еще сейчас в машину сядем, очень холодно, еще, может быть, договорим. Ну давай, упаковывай, я пошла в машину. Давай, Гриша. И холодно, замерзла вообще, жду Артёма пока. Покажу немножечко вам. Он там все перевязывает, все, чтобы туда-сюда не болталось по кузове. Видите, какие заказы есть. Так интересно, я так много сегодня увидела. Люди заказывают. Сначала, смотрите как, в Петровиче раньше можно было ходить, конечно, он закрытый, строительный этот рынок, но через интернет мы все это нашли, заказали, оплатили и приехали и забрали. То есть у нас самовывоз, а тут им завозят. Вот вам везет Петрович, вот так вот на всех их машинах написано, то есть это фирменный их знак. Вот, очень всем нравится, от многих слышу хорошие только комментарии. Вот видите, вот сейчас покажу, вот Петрович, всякие разные машинки у них тут. Очень интересный, хороший строительный рынок, и все есть. Видите, какими КАМАЗами везут, вот загрузили и повезут им. Видите, у всех своя форма, такие большущие ангары, вон. Чего только там нет. Так что... А так, на самом деле, Леруа работает только один. И стоять нужно в очереди, пока одна часть накупится, выйдет из магазина. Вы представляете, это не быстро. Одна часть выходит и следующих запускает. Одним словом, не больше 300 человек. И вот этих каталог, вот этих, их очень мало, не хватает даже. Для тех, кто берет габариты большие, ну, для строительства. В общем, одним словом, в Леруа Мерлен практически ничего нет уже из материалов строительства. И не знаю насчет обоев, вот это я ничего не знаю. Я имею в виду, что касается крыши там, обивка, фундамент, все такое. Ну, для фундамента обивка дома, заборы там, вот это, этого очень мало. Если есть, то только, я не знаю, кому это может хватить на раз. Нам даже на нашу крышу 40, по-моему, квадратных метров не хватило. Вы представляете, из 8 крыш не хватило. На одном, по-моему, 2 упаковки. В общем, одним словом, вот так вот. А здесь, в Петровиче, быстренько Артём через интернет посмотрел и... Наш цвет любимый, который мы хотели, он здесь нашел. То есть хочется же один раз, а мы это все покрываем. Вот, и одним разом-то, конечно, и хочется выбрать. Завтра у нас тоже все через интернет мы заказали. В Хове мы заказали прихожую. В Оби заказали мебель на террасу ротанковую, хорошую такую, ну, в общем... Таким образом. Затем, что у нас в приоритете еще? Если Бог даст, все хорошо будет.
кто нам дом построил. Как говорится, мы планируем терраску еще все-таки, потому что она очень нужна, терраса. Потому что все в этой, в чистой получается, грязь заносится. Но мы посмотрим. Обязательно Артем очень жаждет все это показывать, снимать. И говорит, может быть, кому-нибудь это пока понадобится, это самое. Извините, заговариваюсь, потому что я же говорю, с утра уехали с 9 часов. И вот так вот. Там не было ничего, нам пришлось остановиться, искать заново в Петровиче. Выбирать вот таким образом. Так что... Рассказываю, как мы, здесь тоже, что не работает ничего, да. И мы выбирали через интернет, вот такие дела. Одним словом, если получится с терраской, потому что мы не знаем, bytovkin.ru, так, по-моему, называется, будут работать, обещали, что будут, на следующей неделе собираюсь звонить, связаться с ними еще раз, вот, для того, чтобы сделали террасу. И, конечно же, обязательно... покажу террасу, когда будут строить строители, обязательно покажу я. Мы решили с Артемом, что это покажем, потому что домик мы показали, и уже многие заказывали, даже мальчишки сказали, хозяин позвонил, сказали, что многие, я отсняла видео, поблагодарил меня, он даже не в курсе был. В общем, одним словом, к ним приехала семья и сказали, что мы с канала «В гостях у Елены», вы нам, пожалуйста, сделайте так же хорошо, как ей. Вот такие случаи даже были, не один. Так что обязательно покажем еще и террасу, как нам сделают. Вот такие дела. Ну все, дорогие друзья, мы сейчас уже будем выезжать, Артем сказал, и будем с вами прощаться. Ну что ж, дорогие друзья, 18:30, едем. Едем уже домой. Целый день потеряли, но купили все, что хотели. Что хочу сказать еще. Съездили еще в город, но не сегодня. И я привезла мешок пряжи кавказской, взяла еще недовязки свои, те изделия, которые я не довязала. И будет вот видео о вязании, моталка, зонт есть, соберет мне их Артем. И я вам на терраске покажу, как все это работает в деле. Вот такое еще будет интересное видео о вязании. Увидите мои разноцветные пряжи, красивые, не бобинные я взяла, а в мотках. Одним словом, прощаемся.